Всемирный день снега организован в Сарове уже в шестой раз. Из года в год этот праздник набирает все большую популярность. В этот раз, по оценкам организаторов, его посетили более 2500 саровчан. В рамках Всемирного дня снега прошел день единых действий и день зимних видов спорта. С целью привлечения большего числа людей к занятиям спорта в зимний период времени, а также активный отдых всей семьей на природе, где люди могут не только семьей, но и компаниями построить снежную фигуру, поучаствовать в конкурсах, которые проводят в Центре внешкольной работы. Представлены русский хоккей, представлен зимний мини-футбол, также лыжные гонки. Большой интерес у посетителей праздника традиционно вызвал конкурс снежных фигур. Стараниями воспитанников детских садов, школьников, их родителей, учителей и воспитателей на лыжной базе поселились герои любимых сказок, вылепленные из снега. Колобок, царевна лягушка, курочка Ряба, Змей Горыныч и многие другие. Инициативная группа детского сада номер 31 создавала персонажей русской народной сказки «Заюшкина избушка». В этот раз у нас детки еще очень маленькие, они любят эту очень сказку, сочувствуют зайчику. Вот, хотя и лисички тоже сочувствуют, потому что домик у нее растаял. Поэтому мы выбрали эту сказку. Пообщаясь с детьми, вот они предложили. День снега, по признанию участников, стал прекрасным поводом провести выходной на свежем воздухе и получить заряд бодрости и хорошего настроения перед рабочей неделей. Классная погода, сегодня тепло. Даже вполне весело, очень интересно, креативно получается все лепить. Даже не ожидал, что так получится. Пришли, была маленькая кучка снега, а получилось очень даже красивое сооружение, так скажем. Также на лыжной базе работали игровые зоны, был организован забег в кигуруме и семейный спуск с горы на ватрушках. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.